Очень-очень мягкая, вот не хуже шашлыка на огне, на мангале. Посоленное мясо, говядина. Поэтому буду мариновать только соевым соусом и горчицей зернистой. Зернистую горчицу я первый раз использую для маринада мяса. Маринад намазала с обеих сторон и оставлю мариноваться на несколько часов. Прошло 4 часа, я еще добавлю немного растительного масла и отправлю в духовку. Буду готовить в рукаве. Прошел ровно час. Надеюсь, что мясо уже приготовилось. Надо открыть. Осторожненько. Надо открыть. Я открыла, убрала верхнюю часть. Смотрите, какой жир. Хочу полить немного. Так, вот эта картошка у нас варилась. А вот это мы уберем. Надо так полить. Как гуся поливать, так же мясо надо полить. Своим жиром, соком. Тогда верхняя часть получится такая поджаристая, вкусная. А внутри сочный. Вот так. Она приготовила. Сейчас ставим еще на 10-15 минут. Картошечка мягенькая прямо. Здесь у меня кетчуп и зелень сушеная. О. Картошка пропиталась соком мяса. И получилось очень вкусно. Там еще две картошки вроде остались. Перекус. 10 минут прошло, все поджарилось. Вот такая красота получилась. Видите, за 10 минут уже начало гореть. Потеряла что-то. В общем, все. Больше ждать не можем. Будем кушать. Аж кости аж осталось, видите? Значит, мясо хорошо приготовилось. А здесь вот такая красота. Смотрите, ребята. Мы картошку уже 3 штуки съели. Я думаю, мясо очень хорошо приготовилось. Сейчас здесь будем резать. Очень-очень мягкое. Вот до этого как-то я готовила шашлык, что ли, из говядины. Мясо было жестким. Это еще зависит от того, какая часть мяса. Вот оно очень мягко. Вот ребенок снова просит. Сейчас, сейчас, сейчас. Ребенку понравилась картошка. Угу. Надо было картошку побольше положить. С мясом самое то. В общем, я давно хотела шашлык. Не хуже шашлыка на огне, на мангале. Очень мягкое мясо. Такое нежное получилось. Хлебом. Вкусная вещь, оказывается. Сладковастенькая.
ребята, мясо получилось мягким, нежным и, самое главное, вкусным. Мне очень понравился этот маринад из соевого соуса и зернистой горчицы. В следующий раз я добавлю побольше зернистой горчицы, потому что у нее очень такой сладковастенький, нежный вкус. Вот такое вкусное блюдо. Мясо в духовке, стейк, шашлык. Самое главное, очень вкусное.